Стоп, стоп. О, мистер. Thank you. Стоял рядом с нами.
Именно вот вы говорили про этот момент, его бы настало наконец-то, когда действительно команда покажет себя на полную силу и желающий
Нас мы садили, я мы как-то уверенно играли маленькие карты, но мы видели тут ставку, мы видели, что они могут собраться. Поговорить. Вообще, команда не на сегодняшний день, она сделала большую работу для нами. Да, они очень серьезно подготовили. Приоритет поставить. Я как бы сейчас буду с вами наблюдать, и действительно их ошибка стряхнули. Спокойно. Спокойно, тихо.
Да, лучше ссылаться на друзья. Если будут спорить, ссылаться на один барабан. Конечно, лучше вообще молчать. Мне вот он перегрова, мне что-то правда рассказывает. Конечно, конечно, все это прекрасно понимают. Да, вообще. Я вам Библия война. Ой-ой-ой, нет, вот первый пистолет. Постреляли врага, чуть-чуть не ушел, решил вот постреляться и получилось. Не отпустил его на ДСМ. Я говорю, в большинстве. Я смотрю, как не сам себе, нет. Надо с баром видеть, да, все, все так происходит. Что назад? Бабло, мясо. Пока, тема рано, была интересная. И сами тут сидели, где пошел красный. Девушка, пожалуйста, длины, вы сидели за ним. Спину. Да, и 2-3. Надежда на Сталинса. Два-три, какая напряженная ситуация. И выпадет везде. Отличный минус от капитана украинской команды. Он стоит, да, да, ситуация. Момент истины.